Полиция американского штата Пенсильвания расследует дело русскоязычного студента, увлеченного в изготовлении самодельных бомб. Владислав Мифтахов, житель города Алтуна, был арестован в минувшую пятницу. В его квартире нашли взрывные устройства и материалы к ним. Находка была сделана случайно. Полиция нагрянула к Мифтаху после звонка соседей. Те пожаловали, что в квартире выращивают и курят марихуану. Однако после обнаружения бомб прокуратура завела дело о терроризме. 19-летний Мифтахов учится в Государственном университете Пенсильвании. Ему предъявлены обвинения в хранении оружия массового уничтожения и в том, что он подвергал опасности жизни и здоровью окружающих. Сейчас предполагаемый террорист содержится под стражей в следственном изоляторе Алтуны. Желание защитить его в суде высказал адвокат Боб Дональдсон, который уже неоднократно помогал студентам университета Пенн-Стейт.